здравствуйте. А потом по лестнице наверх мы выпадем. А вот это уже беда. Жопу накачаешь, знаешь. А где ваша супруга? Что? Вот же. Мне что-то появилось еще. Да, вижу, поздравляю. Повернись. Опа. Все на месте. Все на месте. Ну, поцелуй. И небо. Ну что ж, кратко рассказываю о сегодняшнем мероприятии. Под Витебском есть музей, музей-усадьба имени Репина. Вот сейчас мы с товарищами прогуливаемся по этой усадьбе. Это пока еще только дорога к усадьбе. А, как-то сказать, причина данного мероприятия – это свадьба нашего соклубника и друга Андрея и Екатерины. Это отдельно мы сегодня еще и покажем. Новый видеограф. Привет. 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 Че? Как? Дорога? Как нормально? Нормально. Молодцы. Он не жопка мне прикопал. Да, уже мой Смоленский ушел, блин, так конструкция хлипкая оказалась, помнишь? Страшно. Давай толкнем. Давай. Толкнем, но потом давай перекачивай, давай раскачивай. Мы пазик не раскачивали ни разу. Кого? Пазик. Подошла к концу свадьба, гости уже разъехались, мы остались еще пообщаться с людьми, которых давно не видели. Ну и вот, сейчас двигаемся в сторону Минска. Погода хорошая, тепло, даже жарко, хотя сегодня конец августа, но реально погода теплая, и люди даже еще там озеро есть, люди даже еще купаются. Потому что в целом-то еще тепло. Лето прям радует. Надеюсь, оно так и дальше будет продолжаться. И будет тепло, и осень будет теплая. И мы сможем еще посетить какие-нибудь интересные места. Ой, не люблю я гравейку, но тут она хотя бы более-менее еще человеческая. Все, двигаемся сейчас через Витебск, выезжаем на трассу и едем в сторону дома. А я с вами не прощаюсь, потому что мы еще с вами увидимся в следующих роликах. Хорошего дня, пока!